Всем привет, с вами канал Артмания. Смотрите, вообще не видно ничего. Того берега, там Волга, снег идет, не видно. Ничего не видно. Вот смотрите, Волга, того берега вообще не видно. Мы с Женькой, Женька, снарядились. Собрались идти за Волгу сегодня, исследовать тот берег. И погода нам срала, помешала нам погода, но вроде так был снег, да, с утра чуть-чуть совсем, пока мы собрались, пока сути дела, хорошо, что мы вышли просто в 2 часа, ну вот, даже дорога, смотрите, она завалена, ничего не видать, моржа твоего нету, у него тоже все завалит. Вообще пусто. Смотри, как будто там пустота. Как будто заканчивается игра, как обычно бывает. И просто пустота. Ну там, если даже кто-то идет, может быть, его не видно. Если да. Интересно, оттуда какой вид? Города тоже, наверное, не видать, да? Наверное. Наверное, не видно. Там вот вдалеке люди просто прогуливаются. Далеко не отходит. Вообще не видно. Смотрю, вообще пустота. Вот кадр хороший. Смотрите, даже тот дом не виден. Город даже еле заметен. Дома не видны. Получается, на том берегу вообще тоже, наверное, пустота. Вы представляете? Рождественно там, на том берегу, как офигенно. Был виден город, а тут хоп и пустота. Там даже вот того берега, ну... Что-то вроде там от полосочка как будто бы видно, но ощущение как будто мне кажется. А тебе, Жень, видно? Женя прям весь как... Ну, повернись ко мне, что ли, что-то ко мне задом. Видно, видно, но очень так вот смутно. А, что какой, как снег, говорит, поздоровайся. Здрасте. Ну, помаши ручкой. О. Видно? Видно, но очень смутно. Очень смутно мы хотели идти. Ну, сейчас завалит, конечно. Все, уже смотри, вон там уже всю дорогу завалило, хотя... Было ощущение, что тут кто-то ходил. Просто обратно можно потеряться. Плюс города не видно, а идти по сугробам. Там сугробы большие довольно. Ну, такие хорошие сугробы, если по ним идти. Можно нафиг провалиться, все-таки это Волга. Не дала нам погода. Пойти сегодня, да? Надо, я тебе говорила, надо было с утра выходить. Ну и застряли бы там. Может, хорошо, что ну, обратно-то, наверное, ходят эти подушки. Или они не ходят в такой снегопад? Да, не видно, наверное, мне кажется, не ходят, потому что видимости не нету. Нет, дорогу замело, никто не проходит. Ну, видимости нет, они же могут наехать на кого-нибудь. Вот так человеку на работу надо, а он не уедет. Да? Ага. Смотрите, кого мы встретили. Уточки. Утки. Где бежит? Уточки сидят. Ба. Не улетели на юг. Вот, метет, метет. Все уточки. Собачка испугала уточек. 31 января. Там вот птицы сидят, по-моему, просто. Вороны, что ли? Вороны. Ворон, даже слышно. А уточки улетели куда-то. Ты хоть бы посмотрел, куда утки-то улетели, в какую сторону. Надо было побежать за ними. Даже ладья сравнивается с небом. И не видать особо ее. Фонтан. Ну, уже тот берег становится виден, потому что там лес немножко пошире. Да? Виден, что ли? Виден чуть-чуть. Да видно, видно, сейчас видно. А там, смотри, вдалеке кто-то еще сидит. Какие-то птички. Ты бегаешь, они тебе звонят. Ну, а что? Что можно говорить?
Лиша даже сказала, что Максим заболел, ей пофигу, она, я не знаю, сказала ей или нет, не перезвонили, не узнали. Сидит там кто-то непонятный. Уже почти до конца дошли. Тот дом, а церковь вот тут за деревом сейчас. Домка прям хорошо построили, со всех сторон людям видно Волгу. Прям хорошей стороны поставили, да? Да, Жень? Да. И спереди, ну спереди, наверное, там балконы, может, у кого-то. Сзади вот нет балконов вроде. И с одной стороны, то есть людям видно, и с той стороны видно. Закат можно наблюдать. Да? Светить. Салют на Новый год. Красота. О, смотрите, докуда мы дошли. Спуск вниз, а вон там он. Вон там. Колотый лед. Ну, идем, поможешь? Давай вместе спускаться. А то опять сейчас, как вчера, кубарем покатимся. Как тут красиво. Тут прям много-много следов. Как будто здесь уже куча людей прошло. Как будто здесь толпа людей прошла. Кто? Да мы с друзьями. А там вон висят эти колеса. Кто пищит-то? Птички, что ли, такие? И вообще, главное, нет. Смотрите, прям пусто. Того берега вообще не видать. А деревья какие красивые. Да. Да? Они такие уже в снегу, все такие, как кусочек леса. Ну, давай немножко туда зайдем, там камни такие, и снегом не вникнул. Серые такие красивые камни. А там, смотри, елки что старые лежат? Да. Елки старые. Бак, тут приволок. Смотри, не лень было кому-то. Тут вообще вот а там, смотри, а там человек сидит вон. Месте, пикник? Там человек сидит, кстати. Ну, там какой-то там домик. Ну, типа как дом 2. Я думала, мы здесь одни. Вон там, вон, да, какие-то, по-моему, есть эти камни. Что-то я помню, была как-то давно здесь. Вот здесь бы продлили набережную дальше, было бы очень красиво. Там прям тонкий лед, да, вон? Наверное, тонкий лучше, чем, хоть вон колотый. Ну, вообще снег. Колотый. Колты, ну там я вижу что-то желтенькое. А дальше пойду камни. Дальше камни. Вроде бы, как я помню, что хотели набережную дальше здесь у нас в Самаре продлевать. Ну, видимо, вот из этих вот камней не стали. Тут еще дом вон построили прям, ну, почти, наверное, на самом краю наверняка этот дом. Прям его как-то близко. Неужели не боятся, что он съедет? Как корабль. А тут камни, да. Тут прям, ба, смотри, как красиво. Прям красота. Живописно. Да? Да, я здесь. А что за камни? Откуда они вообще? Что такое? Не знаю. Почему они здесь? Там город слыхать. Давай немножко дальше дойдем, там тоже там. Дошли до камней. Тут даже огонь устраивали, коптили, прям он видно черные, да? Тут как коптили или что-то огонь, прям черный, смотри, как. И здесь вот тоже, здесь прям даже дорожка проложена. Посидеть, сидеть можно, греться. Такие, главное, прям глыбы, такие камни здоровенные, они же не. Не сами здесь появились, не выросли же они, правда? Слушай, и деревья, смотри, они деревья прям вросшие в эти камни. Жень. Ага. Смотрите, как классно. Вон прям дерево, камни. Надо летом сюда добраться как-нибудь. Прям в камушке. Камни. А, ну камни стоят, они же не растут. Стоят, да, деревья просто растут из этих камней и внедряются. Эти деревья прям в камне. Смотри, вон как дерево. Прям корни у него на камне.
Оно, видимо, начало расти. Каменные деревья, деревья в камнях. Вон. Дерево как глубоко, смотри, оно откуда вообще вышло, Жень. У него корень где-то внутри, оно он вышло и встал, и стоит. Такое огромное дерево-то, он большое. И выросло, смотри, какое здоровенное оно выросло, дерево. И все огромные какие, ровненькие стоят. Там даже человек, оказывается, мы не одни здесь. Тут, наверное, течение сильное, да, Жень? Жень. Течение? Да. Ну, раз здесь это покололись дрова. Похоже, как везде. Да? Палочки. А, тоже фотографирует человек. Ты вот так хочешь побыть в одиночестве, приходишь на эти камни, а тут компания придет. Ты говоришь, ружье достал, аппарат достал. А у меня было ощущение, как будто он ружье целится на нас, так руки держит. И мне так страшно стало на секунду. До какого? Да по этой дороге, мне кажется, вообще можно дойти до Красной Глинки. Вот так идти, идти. Как мы с тобой, помнишь, обходили? Обходили такие 11 километров, наша набережная. С одной стороны, помнишь, с ладьи спускались, что ли, мы? И пешком шли до конца. Помнишь? До этих теплоходов-то как-то, до причала. Помнишь? 11 километров я потом посмотрела. Пешком шли, за вечер проходили, ничего, нормально. И здесь также. Если с утра, мне кажется, выйти, можно и до Глинки дойти пешком. Наверняка. Что тут такое? Песочек, лужа, смотри. Песок не надо никому. То набирайте. О, а там смотри, как классно смотрится. Вдалеке деревья. И вот эти деревья. Да, мы всегда красота. Придем, когда снег растает. Ну да, будет поинтереснее весной особенно. Там. Как так подниматься? Так, там, смотрите. На трамвай. Вот он. Вот это вот, вот это вот стоит полоса. Это дом. Новый дом построили. А, ну, который я сейчас вам показывала, в принципе, до этого. И отсюда прям видно, что он стоит очень близко, близко, близко. Прям перед самым вот этим вот большим обрывом. Сейчас тут мужчина ходил. А, он все фотографирует. Я думала, что, может быть, он фоткает как раз вот этот вот дом. Какой-нибудь там. Ну, кстати, квартиры, по-моему, в нем еще не купили. Все продают квартиры. Дойдем, да. Ну, так если дом этот провалится, обвалится, если вот вода вот здесь вот будет когда подниматься, тут же все равно все это омывается, сползает потихонечку. Не знаю, как его так построили. Непонятно, кто разрешил. Он может обвалиться, этот дом. Зачем так близко? Представляешь, если дом так рухнет, это же вообще будет кошмар. Все потом будет лежать тут. А людей сколько там. Подальше уж ладью-то и то строили далеко. Какие льдины, смотри, вон там красивые. Они как будто это... Как прозрачные как будто. Нет, чуть не фокусирует. Какая красота. Нет. Смотрите, какой здесь снег. Придем сюда. Травки какие. По весне. Какие красивые. А по тут вот, придем. А вот зонтики. Красивые. Шевелятся. Тут уже, смотрите, другие деревья. Корявые. Такие деревья, как вишни. Вишни у нас в городе, они тоже такие корявые. Все корявые. Вот и дошли, вот оно здание, смотрите. Стоит на краю, действительно. Буквально вот забор, вот край. Вот я говорю, здесь будет вот забор, вот здание. Перекособочится. Получается, смотрите. Ой, господи, где мой палец-то? А вот. Вот тут забор, а вот тут вот край. Ну, рядом. А тут вообще он на краю. Как ты говоришь, перекособочится? Сначала перекособочится, а потом... Ну, долго не простоит. Они же копали яму. Как они копали?
Там же обычно копают яму такую здоровенную. Это опасно. А сколько этажей посчитай, Жень? Ой, ты не люблю ее считать. Пойдем, ладно. Ну, посчитай. Подписчики твои посчитают. Они. Посчитайте, сколько там этажей, напишите в комментариях. Кто напишет правильное количество этажей, попадет в следующий ваш комментарий, в следующий ролик. А мы решили идти до спуска Шмидта. Там вроде церковь, вон видна, не так далеко. Думала, сейчас зайду в теплый перекресток, наконец-то погреюсь. А нет. А тут вон лес молодой растет. Молодые деревья. Представляешь, сейчас 2022 год, молодые деревья. А потом лет так через 10 здесь будет большой лес. Ну, если, конечно, опять что-нибудь не построят и не снесут. Ну, на месте этого дома, кстати, были гаражи. У моего дяди там был гараж. Его потребовали снести самостоятельно. То есть он даже землю, то есть он гараж покупал. Землю, не помню, покупал или нет. То есть они просто потребовали снести и все, убрать. За свой счет он убирал гараж. Такая дорога, кстати, как будто заезжал кто-то на машине в лес, а дальше там просто красота. Там стройка, что ли, я не пойму до сих пор. Звуки какие-то. Все строится, здание. Наверное, рядом что-то строится. Как красиво там, смотрите. Такое прям место. Так и хочется вот так заехать туда. Заехать. И кажется, как будто там не обрыв, да, а дальше идет лес. Деревца вот тут красные. Красивые. Что-то мне даже начинает вспоминаться из прошлой жизни с этими красными деревцами. Смотрите вот здесь, как классно. Как маленький такой снежный домик. Все в снегу. Здесь вон мы следы зайки нашли. Кусочек леса. Кому захочется идти в лес. Ну, правда, шумно немножко. Но кому захочется идти в лес, можно на окраину набережной дойти. Реки Волги в Самаре. Здесь вообще какая-то постройка вон. Что-то кирпичное вон стоит. Непонятное. Что-то тут строилось. А вон там еще дальше вижу. Тут, может быть, когда-нибудь. Ну, кстати, вот за этим холмиком, там вот если выше подняться, по-моему, там новые дома стоят. Вроде как. Может, тут, кстати, какая-нибудь боржа была, да, Жень? Что-то вроде похоже, как будто съезжать откуда-то. Там как мостик. А, слушай, там труба в конце. Сейчас как на нас хлынет. Здесь, наверное, это что-то, может, какая вода сливалась. А, может быть. А, там же был же, на этом месте когда-то был кирпичный завод. И, может, какую-нибудь гадость, да, сливали. Слава богу, сейчас не сливают. А то бы сейчас перешагивали. Точно, там был кирпичный завод. Смотри, Жень, Жень, смотри, что открывается там. Дерево какое красивое. А под ним прям тень такая. Такая красота. Люблю такие настилы зимой. Листочки. Еще выше холмик стал. Ну, там даже, кстати, домов не видно. Далеко, наверное, дома строят. От холмика стараются, чтобы не провалился. А этот вот дом, мало того, узенький довольно, не широкий, так еще и на краю стоит. Как бы совсем нехорошо. О, какая ветка, вон там дерево упало. Жень, мне, кстати, ветка нужна. Давай вот ту веточку, Жень, возьмем. Зачем это? Вон ту. Я не полезу, я туда. Че? Да пойдем, ладно, значит. Вот это вот, разрисовано, ее давай домой возьмем. Бревно, что ли? Да. Ну, к себе в комнату и махнуть. Ты понесешь? Надо заказывать какой-то грузовик. Грузовик? А ты что, не поднимешь разве? И через окно в твою комнату. Так я думала, ты через дверь занесешь. Представляете, если его распилить пополам. Ну, не пополам, а вот срез такой сделать. Ну, там сантиметров, например, 10, да? Какой он будет огромный. Как доска. Собачку он нарисовал. А, я думала, бегать. А он там упал, смотри, Жень, дерево. И от него еще корень какой-то. Слушай, какой он огромный. Он в диаметре, наверное, метр.
целый. Офигеть. Старое дерево было длинное. Свалилось тут. Кору все уже зайцы съели. А там он дальше что такое черненькое? Прорубь, что ли? Смотрите, что мы нашли. Там пузырики какие-то выходят. Подтаяло чуть-чуть. Там вообще не видно, а тут прозрачная такая вода. Она, наверное, представляете, ледяная-преледяная. Что-то там отламывается, смотри. Или вот такими звуками. Отвалилась. Грязь, смотри, грязь прям затекает. Течение, что ли? Течение, наверное. А рыбы, кстати, не видать. Я думала, интересно, рыбки, может, там. А что такое плавает? Грязь плавает, ну, так что? Грязь плавает. Течение здесь? Да. Здесь вот более тонкий лед. А с этой стороны, смотрите. Как весна наступит, мы сюда сходим еще раз. А с этой стороны какой, как лес такой. Классно. Но кто-то вот наследил. Кто-то тут сегодня уже успел пройти, или, может, не сегодня, не знаю, и наследить. Классно. Вот там дома уже начинают появляться. Большое дерево. Это, наверное, дуб какой-нибудь. Широкий. Как здесь красиво. Вороны. Карту. Где твоя церковь? Ее не видать что-то. Идем, 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 идем. Там уж медленно идем, ты понимаешь? А? Так, ну смотрите, почти уже дошли. Вон там как красиво. Так деревья свисают, как какой-то маленький шалашик. О, тут люди гуляют. Дошли. Называется он «Вонючий пляж». По молодости я периодически сюда с подружками ходила. Тут тоже маленькие деревца. Кусочек леса. Ну да, кстати, кто в новых домах здесь живет, там подальше новые дома, могут сюда ходить. Если не страшно, конечно. В одиночестве. На машине даже он приезжает. Там, по-моему, кафе было. Вот, вроде стоит кафе. Кафе стоит. Вон, смотрите, какой домик нашли. Маленький такой, классный. Но тут вот видно, вот она труба. Видимо, каки всякие сливала. Тут, наверное, по-моему, сырость всегда. Прикольный такой. А, туда уже кто-то заходил. Слушай, там прям заход какой-то, как будто. Проход, наверное. Слышь? Вот дома. 15 лет стоят уже. Посчитали. Там новый строится. А вот и церковь. Загорожена забором. А, калитка открыта вообще-то. А вот тут, смотрите, дома круглые. Представляете, как внутри там, в круглом доме. Кругленький такой. Прикольный, наверное. Вот тут, смотрите, семиэтажный домик. Прям такой компактный. Шмидта. Хороший, наверное, внутри. Лейтенант Шмидта, 22-1. Вот такой здесь что-то находится. Тут большой дом. Вот здесь дом сгорел. А вот тут вот просто продали, отдали, наверное, там окна вон открытые. Вон, смотрите, какой домик хороший. Хорошенький домик, длинная дорожечка. Тут гаражи тоже будут сносить когда-нибудь, наверное, эти гаражи. Сосульки, смотрите, какие, как подрезанные, подстриженные такие. Большие, как будто прям потопы воды лились, да, Жень? Да. Красиво смотрится.